атаковать свою атаку хоккеисты из Магнитогорска. Дорофеев, смотрите, как легко. Ну как же так? Дали поменяться хозяева. Вспоминается, конечно, эпизод во втором периоде. Сейчас Азаров на льду пытается лежа шайбу куда-нибудь в сторону отправить. Она достается гостям. Располагаются магнитогорцы в зоне соперника. Смотрите, как прячет бросок. Выискивает возможность. И убей гол! Вот вам такая ситуация. Где-то застрял. Дорофеев. Дорофеев полез на ворота. Это гол! Ближний угол. Бросок, но на неудобной высоте и очень сильный. В исполнении Павла Дорофеева. И большинство реализуют хозяева. 1-1. Павел Дорофеев сравнивает счет в этом матче. 12-я шайба Павла Дорофеева в этом сезоне. Ну, шикарный бросок. Уже сел на щитки Константин Лобачев. Ну и не ожидали, что так полезет на ворота Дорофеев. Расстрелял он ворота соперника. Забрасывает свою 12-ю шайбу в чемпионате. Ну вот мы видим эти моменты. Действительно, могли отправить шайбу в ворота сейчас о мячи. И 3-1. Не забиваешь ты, забивает тебе. Да, достаточно быстро три шайбы отправляют в ворота соперников Стальные Лисы. Но просто это сегодня день Дорофеева. И опять Павел Дорофеев находится в нужный момент, в нужном месте. Получает передачу от партнеров и поражает ворота. Дубль Павла Дорофеева за Стальных Лис и 12-3. После ошибки Владимирова счет становится 5-1. Выпускает хоккеиста. Спокойно контролирует шайбу в своей зоне. Макар Токарев. Тоже ему спешить не обязательно. Так, ну и пробежал вперед Дорофеев. Бросил и забил. 6-3. Ну теперь уже точно все. Результат. И даже есть универсалы. То есть хоккеисты, которые могут сыграть как в нападении, так и в защите. Опасный момент. Бросок и гол. 2-1. Стальные Лисы выходят вперед. Очень быстро. Рыгош показался впереди всех. И магнитогорцы контратакуют. Опасно. В меньшинстве. Да, забивать магнитогорцы 8-ю шайбу в меньшинстве. С передачи Юрия Платонова. Вот так вот. 5-1. Дорофеев. И будет бросать Дорофеев. И это гол. Точка в этом матче за 14 минут. И смотрите, что сотворил Дорофеев. Отмечали мы его.
И разница шайб 17-10. Но вчера... Ну вот сейчас посмотрим, что там. Дорофеев убежит, в меньшинстве бросает и забивает Павел. Да, за 2 секунды. За 2 секунды до того, как Вадим Антипин должен появиться на льду. Ну вот как, не получается в большинстве, не получается в равных составах. Надо в меньшинстве добить. Ну, видите, здесь слишком уж все так под их контролем, под их диктовку складывалось. И ответимся. Очень неудобно для вратаря бросов. Такая высота прямо над щитком. Братья Баданины на площадке вместе с Александром Сердюком. Ух, как обыграл Дорофеев. Ой, как красиво это было. Уже лежал буквально на льду. А еще и забил. Вот это да. Этот момент надо смотреть вот прям со средней зоны, когда Дорофеев вот таким вот чудом смог сохранить шайбу, обыграть. И я прекрасно понимаю Юрия Панова, который удивлен. Вот, смотрите сейчас. Спиридон, вот к Дорофееву приходит шайба. Смотрите, сидя на коленках, обыгрывает, сидя на коленках. Шайбу сохраняет, она к нему приходит вновь. И он потом еще и забивает. Ну, не фантастика ли? В ближнюю девятку попал. Хороший вход в зону. Дорофеев режет угол. Гол! Эта шайба, по-моему, будет засчитана. Не вижу я главного арбитра, что он показывает. Но очень было похоже на то, что засчитают. Все-таки, правда, вот единственное, что Дорофеев еще очень серьезно, видимо, ударился об штангу. Ну вот она, хорошая атака, скоростная. И вот сейчас смотрите, смотрите... Да, по-моему, шайба зашла в ворота до того, как они были сдвинуты. Ну, во всяком случае, мне так показалось. Ну, вот, Дорофеев здорово прорезал угол. Так, ну вот с этого повтора шайбу мы вообще не видели, она уже в воротах была. Ну, по-моему, должны засчитать такую, как мне кажется. Да, если надо, то арбитры могут... Ну и как можете посчитать без труда. Вот, 3-1 выход. И, ну надо же, такая совершенно не стремительная, не лихая атака была у магнитогорцев. Да и последний бросок, такое впечатление, что не совсем получился у Дорофеева. А шайба в ворота зашла. Давайте смотрим повтор. Вот Дорофеев выиграл партнер борьбу у борта. Ну это Платонов как раз ли. Загрызали буквально. Вот сейчас Дорофеев здорово все сделал. Да не торопиться, но есть же время. Шешин бросает и попытка добивания. И все-таки шайба... Как? Почему? Почему нет? Нет, шайба в воротах. Судья сначала развел руки в стороны. Я понимаю, не потому что действия магнитогорца были за рамками правил. Ну, например, игра с одной поднятой клюшкой. Если бы поднимал игрок Лисов клюшку выше плеча, все тут однозначно. Развел руки в стороны, потому что не увидел шайбы за линией. Но потом, когда увидел, характерным жестом показал гол. Что думали Дорофеева? Вот смотрим, Шешин бросает, добивает Зотов. А, ну, вот, да, вот вы все видите сами. Сначала развел, потом... Нет, все, попал Дорофеев.